голова! Я звоню в полицию! Шлюха! Ты убила его! Нет, я нашла его таким. Он сделал это, чтобы показать всем пример. Оглянитесь вокруг. Женщины рожают детей из замороженных эмбрионов. Искусственный интеллект сам себя обучает. Никто уже не понимает, как. Что ждет человечество? Как ученый, я вам скажу. У нас испорченная кровь. У человечества нет будущего. Лучше вскрыть себе вены сейчас, чем ожидать неизбежного, позорного конца. Под 2 миллиона просмотров. Футуролог Суленов популярен. Я уже поняла. Интернет-СМИ трубят об убийстве. Ссылаются на слова бывшей жены Сулуянова. Хвась, ну что могу сказать? Судя по наличию на гладных яблоках пятен верше, смерть наступила не так давно, 5, может быть, 6 часов назад. Точнее, на смурге скажут. Может, ты еще и причину... Смерть скажешь? Может, и скажу, но позже. На данный момент я не вижу ни следов борьбы, ни следов удержания. А вот пятнышко крови интересной, характерной формы. Есть, иди глянь. Кость, посмотри. Ничего? Не напоминает тебе? Нет, Чебурашку напоминает. Точно. Слоев, знаешь, за грамку собирался. За грамм паспорт, валюта. Ой. Виза не открыта. Что-то хотел? Спасибо. На скальпеле отпечатки только правой руки. Какой ловкий был, однако, мужик. Правой рукой себе вены на правой же руке порезал. Я так не умею, а ты? Что, убийство, что ли? Ну, как дела? В компе телефоне Сулуянова ничего стоящего, кроме ссылки на шифрованный email-аккаунт. Ну, так взломай. Не, начнешь ломать, все сотрется. Почтовый сервер программировать те же, кто и программы для ЦЕРНа. Вот что Сулуянов прятал? Вдруг правда о будущем? Ну, вообще-то бывают просто параноики. Они все прячут. Да. Котов пишет, что признаков взлома в квартире Сулуянова нет. Как думаешь, убийство? Пока не ясно. Бывшую жену и любовницу уже опрашивают. Так, значит, вы трудитесь гримером. Наверняка с Ульяновым где-нибудь на съемках познакомились, а? Да. Вы, наверное, всех людей как открытую книгу читаете, да? Это входит в мои служебные обязанности. Скажите лучше, вы были с Ульяновым в конфликте? Нет, что вы. Я обожала Леву. А вот его бывшая нас ненавидела. И что ж, так было за что? Ну, я ей давно сказала, что она, старушка Майя, никому не нужна. Сулуянов будет со мной, а ей ничего не достанется. А что ей должно было достаться? Ну, вы же понимаете, она убила за наследство. Если бы мы поженились, то Майе ее сынку ничего бы не досталось, шиш с маслом. А что же, Сулуянов, как честный человек, готов был жениться? Обещал? Лев. Я так счастлива. Я все поняла. Я больше никуда отсюда не уйду.
смысле? Я буду готовить тебе, убирать. Все, что ты захочешь, мой гений. А давай мы с твоим переездом немножко подождем. Ну, потому что ты переедешь, когда я закончу ремонт. К моменту нашей свадьбы. Ты сделаешь мне предложение? Да, давай только договоримся. Мы никому ничего не скажем, ладно? Да! Да! 3 дня назад мы подали заявление. Вот, посмотрите. Так романтично. Мы поехали и подали заявление на берегу реки, в Тарновке. Ну, поздравлять мне вас не с чем. Поэтому сосредоточимся на неприятном. Ну, вот, например, сегодня вы приехали к Солоянову домой. Кто вам дверь открыл? У меня был ключ. Я как раз пришла, чтобы его отдать. Лёва собирался менять замки, и мне бы дал новый ключ. А Майя бы не дал. Получается, у бывшей жены тоже есть ключи от его квартиры? Вы утверждаете, что любовница убила вашего бывшего мужа? Да. Разозлилась, видно, что у нас с ним снова будет семья. Солуянов собирался к вам вернуться? Да, я решила, что мы должны снова пожениться. Возраст уже. А старый муж, знаете, лучше новых двух. Вы решили, а как Солуянов отреагировал? Согласился сразу. Я думала, поломается, но у меня аргументы были припасены. Какие? Убедительные. Правда, сходить в ЗАГС по-людски я его так и не уломала. Заявление подали через интернет-сервис. Когда? 3 дня назад. Не встретились даже. Каждый 8 утра зашел в сервис, сидя по своим квартирам. И все. Майя Леонидовна, а где вы были вчера и сегодня? Не смейте меня обвинять. Это Сонька убила. И все-таки, подробно, где вы были? На работе, дома. А сегодня решила выяснить, что этот старый новый муж несколько часов не снимает трубку. А он... Электронное заявление от Льва и Майи Солуяновых сразу поступило в ЗАГС, а из Тарновского сельсовета прислали информацию только сегодня. Ну зачем это Солуянову? Все равно бы узнали. Слушай, а ты на загранпаспорт обложку надеваешь? Что? А, нет. Все равно на границу ее просят снять. Так... Интересно. Это переписка Солуянова с израильским университетом. Его приглашают возглавить кафедру. В Израиль же виза не нужна. А рабочая нужна. И Солуянова ее обещают сделать на 5 лет, как только он приедет. А я, кажется, все понял. Солуянов грамотно развел своих женщин, чтобы спокойно свалить. ФЭС расследует смерть одиозного футуролога Солуянова. На первый взгляд Солуянов покончил с собой, вскрыв вены. Это совпадает с его мрачной концепцией будущего. Однако обнаруживаются детали, указывающие на возможное убийство. Под подозрением бывшая жена и любовница. Но женщины не в курсе, что Солуянов обманывал их обеих, собираясь уехать работать за границу. Солуянов вернулся бы из Израиля к вашей свадьбе? Из Израиля? Ну, вы же знаете, что он собирался на 5 лет в Израиле преподавать там, в университете. Преподавать? 5 лет? Да. И он должен был улететь сегодня ночью. Поганец! Удрать от меня решил. Вот надо было после... развода сразу слить все про него Зайкову. Диссертация у Солуянова поддельная. Диплом липовый. Очень интересно. А Зайков это кто? Да. Марк Зайков тоже футуролог. Публично спорил с Солуяновым, пытался опровергать его теории. Конкурент? Да, хотя у Зайкова 100 просмотров, а у Солуянова под 2 миллиона. С точки зрения науки, и в частности антропологии, все кликушества этого господина Солуянова – пустой бездоказательный звук. Вообще непонятно, кто может слушать этого Солуянова. Выключи уже. Без слез смотреть невозможно. Да ладно тебе, не такой уж этот Зайков несчастный. Судя по соцсетям, знаешь, как он часто занимался горными лыжами с молодой подружкой.
Судя по твоим соцсетям, в тебя женщины мечты просто пачками влюблены. Разве не так? Какие новости, Борь? Новости? Ну, я слышал, что Слояновская невеста тебе в восторге. О, Господи, тоже не новости. Не до юных дев мне нынче, друг мой. Завтра нам с Костей ехать второй раз. Всех соседей Слояновских опрашивать. Вот так. Так я слышал, вроде участковый уже опрашивал. Опрашивает он, опрашивал. Ночью он, парень, сам молодой еще, только после школы милиции. Да еще, походу, детективов дешевых в детстве перечитал. По его утверждению, чуть ли не каждый жилец этого дома потенциальный убийца. Прикинь. Эх, к тому же он часть жильцов в дом не застал. Что там со временем смерти? С 10 до 12 утра. Так. У Софьи Ульяновны на это время есть алиби. Это раз. Да и мотива у нее нет. И живой Слоянов нужен был. Н2. Ладно, проверим еще раз. У жены его, бывшей, тоже алиби. Слушай, ты уверен, что правильное время определил? Уверен. По глазам вижу, что уверен. А что есть, полиции? В квартире Слуянова при обыске мы нашли отпечатки пальцев на кране в ванной. Причем они не принадлежат ни Слуянову, ни его бывшей жене, ни его невесте. И в базе их тоже нет. Что еще? А, ну и волосы эти женские с кровати. Все. Что скажешь? Я глянул волосы. На скидку ничего интересного. Я их отдал на углубленный анализ ДНК. И кровь из легких Слуянова тоже. А зачем тебе анализ ДНК крови из трупа Слуянова? Ты с чем его сравнивать собрался? С ним самим же? Да нет, Сергей, не в этом дело. Причина смерти вовсе не потеря крови. Произошло склеивание эритроцитов. И Слуянов умер от обширного инфаркта. То есть, возможно, это и не убийство? Пока не могу сказать. Мне нужно время, чтобы кое-что проверить. Вы себе не представляете, как я рад, что вы настоящий полицейский, а не подосланный с Слуяновым. А что, Слуянов мог вам кого-то подослать? Мог. Представляю, как он разозлился, если бы узнал. Скажите, а он совсем умер? Жаль, я ему такое приготовил. А чего вы ему приготовили? Да розыгрыш. Вы поймите, Слуянов – это абсолютное зло. Пустобрех, кликуша. Его дурацкие теории не дают работать настоящим ученым. Что за розыгрыш? Мои друзья помогли сделать для него приглашение из Израильского университета. Там бы ему устроили экзамен. А потом засняли бы это на видео и выложили бы в сеть. И я... Ну, в смысле, и наука. Были бы отомщены. А он совсем умер? Совсем. У вас с его бывшей женой какие отношения? Да она меня достает с тех пор, как мы переспали с ней. Ну, в смысле, она со мной переспала. Но это не важно. Странно, она об этом не упоминала. Ну еще бы. Они же даже развелись из-за этого. Да это давно было, и всего один раз. А Майя с тех пор все время хочет быть в курсе моей жизни. А вы в последний раз когда с ней общались? Ну, я не помню. Она мне звонит, а я сбрасываю. Да на кой она мне нужна? Я, может, только жить начинаю. Горными лыжами увлекся. Жениться собираюсь на аспирантке своей. 23 года. Даже заявление уже подали.
Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Показывайте. Ну вот взгляни. Кровь на кровати второй группы, она принадлежит Салуянову. А кровь в теле – это смесь двух несовместимых групп, второй и третий. Это и вызвало склеивание эритроцитов. И смерть. Между прочим, кровь любой группы для переливания можно купить через интернет. По медицинским показаниям, переливание крови Салуянова абсолютно было не нужно. Понятно. Но а почему тогда на кровати кровь только второй группы? Дело в том, что Салуянова частично откачали его собственную кровь, чтобы потом добавить донорскую. Да, собственно, кровь Салуянова налили на кровать, чтобы сымитировать истечение крови из вен. Разрезы были сделаны, чтобы скрыть следы катетеров. Резали после смерти, когда течение крови уже остановилось. То есть кровь налили для инсценировки самоубийства? Да, а вот и доказательства. Что кровь лили из одного пакета, который перемещали между рук трупа вот таким образом. Вот так, когда перемещали, и образовалось это пятнышко. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, преступление, можно сказать, раскрыто. Осталось только за малым. Выяснить, как жертву заставили смирно лежать во время всех вот этих вот манипуляций. И кто убийца? ФЭС расследует убийство одиозного футуролога Льва Салуянова. Смерть наступила от переливания донорской крови несовместимой группы. По медицинским показаниям, переливание Салуянову не требовалось. Следствие ищет ответы на вопросы, почему Салуянов не сопротивлялся и кому он позволил влить себе в вену кровь убийцу. Все соседи как один Салуянова ненавидели. Желали ему недоброго. Давай с этим рыбачком, Петрищу, а ты на себя бабку возьми, ну, которая вчера участковую дверь не открыла. Тебе откроют, ты симпатичнее. Будьте добры, одну секундочку. Добрый день. Извините, что отвлекаю. Майор Майский, Федеральная экспертная служба. Вы здесь проживаете? Да. А можно с вами поговорить о вашем соседе, Салуянова? Котенок, это я сейчас. Приютили его, да, наконец? Есть за что? Хам он! Годами шум! Всех достал уже, понимаешь? Своими руками решил ремонт сделать. Он и вентиляцию все разбабахал. Идиот! Своими руками? Да. Он же не бедный. Да. Он выходит здесь, негодяй, говорит, ремонт помогает мне думать. Думать? А без ремонта никак. В тишине не думается. А вы, случайно, вчера утром не видели к нему? Приходил кто, а? Нет, я 2 сутки на рыбалке был. Ой. А что это здесь делает? Я тебе как мужчина мужчине скажу. Это я решил жену свою проверить. Она все время радуется, когда я на рыбалку ухожу. У нее 100% любовник есть. Да, ситуация. Постой-ка. Он здесь висит уже, получается, 2 суток, как ты уехал на рыбалку. Да. Тогда в кадр мог попасть убийца Салуянова. Убийца? Салуянов убит? Да, я взимаю. Погоди, мне эта запись нужна. Иначе как я жену запалю? Дорогой, мамой клянусь. Только скопирую. К вечеру лучше меню у тебя будет. Полный приват. Котенок, это я. Это просто преступление забывать наследие наших предков. Нашу национальную... Тамара Ивановна, а можешь телевизор потише сделать? А? Я говорю, телевизор потише сделать. А, не, мне не слышно. Болезнь не возьми, например, геморрой. Нет ничего лучше этого, чем знакомый всем барсучий жир. Чего стелс-то? Экзема это, на нервной почве. Потому что ходят тут всякие. Тамара Ивановна, вы соседа своего Салуянова знаете?
Да, в телевизоре видела. Уважаемый человек. А вчера вечером вы его видели? Может быть, приходил к нему кто-то? Подозрительное что-то? Да нет, вижу-то я не очень. Да и занята была. Марафон здоровья показывали. Чё это? Выход сам найдешь. А если сопрёшь чё, так не думай, я твою фамилию запомнила. Спасибо! Давай мотай на начало, прям с раннего утра будем смотреть, и до полудня. Ты видал, нет? Слушай, ну точно. Соседу с тортом изменяют, ну кто мог подумать, а? Давай дальше крути. Белково-углеводные смеси. А тормозни, пойди. Чего это надо? Ничего страшного, чемоданчиком. Прокрути-ка. Стоп, стоп, сейчас чуть назад чуть. Видишь? Во. Значит, на перилах должен остаться отпечаток. Слушай, попробуй-ка ее отследить по городским камерам наружным. Я провела сравнение отпечатков с перил и обнаруженных на кране ванной Салуянова. Полное совпадение. Да, значит, переливание крови, скорее всего, произведено вот этой самой медработницей, хотя соседи ее не опознали. Ну, это, в принципе, понятно. Сейчас в больших домах соседи зачастую и друг друга-то в лицо не знают. Ну, это только предположение. А есть еще какие-то факты? Да. На основании подробной гистологии ясно, что разрезы на обеих руках сделаны именно этим скальпелем, чтобы скрыть следы от катетеров, через которые делалось переливание. Так, машина, на которой приезжала подозреваемая, принадлежит Людмиле Толковой, медсестре, работающей в центре переливания крови. Кстати, уже ищем. Эта медсестра на такой машине живет непосредством. Она как-то связана с Салуяновым? Галя, вот это, кстати, очень возможно. Я допрашивал, когда любовницу Салуянова, Соню эту рыженькую, она мне как раз рассказывала, я помню, про всякие разные места там, в том числе странные, где проходили съемки. Ну, когда она Салуянова сопровождала. И одним из этих мест как раз был центр переливания крови. Я видела. Там Салуянов вещал об испорченной крови человечества. Так, Толкова только что купила билет на автобус в Питер. Автобус прямо сейчас должен отправляться. Черт! Ну да, на тех чертовых съемках Салуянов и предложил мне эту работу. Платил очень хорошо, стабильно. Я кредитов набрала. А за что конкретно он вам платил? Ну, никто не должен был знать об этом. Но мы даже с ним завели специально отдельные номера телефонов для связи. У вас с ним была связь? Да нет. Да нет, конечно. Я просто переливала ему кровь, юношей-доноров. Ну, сначала отбраковывала на работе, типа она не прошла тесты. То есть вы воровали кровь на работе и переливали ее Салуянову? Ну да. Он из какой-то научной статьи узнал об отличных результатах после переливания старым мышам свежей крови молодых. А свежую кровь купить невозможно, она вся с консервантами.
Так вы вчера не первый раз уже переливали ему кровь? Ну да, он уже так год омолаживался. Да, правда была статья про омоложение мышей. Получается, псевдоученый Салуянов появился на псевдонаучной новости. Кровь убийца Людмиле не принадлежит. Тогда бы сразу все доказали. Слушай, ну зачем тогда медсестре убивать свой источник дохода? У него же кредит. Но вчера вы ввели Салуянову несовместимую группу крови. Несовместимую? Да нет, конечно. Я сама все лично тщательно проверяла. Он мне позвонил накануне, попросил крови. Еще шутил, что для новой жизни. А где вы взяли кровь? Ну, я, как обычно, пришла на работу. Дождалась молодого донора. Взяла у него кровь, проверила ее. Ну, потом отбраковала как негодную, отпросилась и поехала к Слуянову. И что дальше? Что там именно произошло? Я присоединила катетеры, отвела его кровь, начала вводить донорскую, и тут... Она разрезала руки, кровь уже не текла. Так что Людмиле пришлось налить ту кровь, которую она из него уже выкачала. Ну, как круто я все изобразил. Ну, согласитесь, без меня бы вы это не обрисовали. Я ведь тоже принимал участие, коллега. Не поспоришь. Значит, вы испугались, что вас разоблачат, обвинят в воровстве и незаконной медпрактике, и поэтому решили имитировать самоубийство Салуянова. Ну, Салуянов же говорил, что всем вены нужно резать. Ванны забыли стереть. А куда же вы дели тайные телефоны Салуянова и свой? В речку выкинула. Я клянусь, я не хотела убивать Слуянова. Зачем же вы тогда ввели ему не ту кровь? Я не понимаю, как это могло произойти. Кровь была второй группы, точно. Я поняла. Ее подменили, кровь. Я старушку подвозила. Это точно она, больше некому. Старушка? Ну, такая интеллигентная, из профессуры видно. Лет 70, в кружевных перчатках таких. Она еще жаловалась, что у нее экзема на нервной почве. Экзема? Костя, ты говорил, что глухой соседке Салуянова 70 лет, и у нее экзема на руках. Галь, можно? Закончился углубленный анализ ДНК чужой крови из тела Слуянова. Кровь принадлежит женщине около 70 лет, о чем говорит длина теломер. А генетической склонности к экземе у нее в ДНК не видно? Да, есть. Ну вот, все сходится. Не совпадает только одно. Людмила говорит, что старушка по повадкам из профессуры. Нет, Тамара Ивановна на редкость дремучая, глухая и послеповатая старуха. Смотрит какую-то... пургу по телевизору. Я вот что-то не пойму. Сколько у нас всего старух? Две бабки или одна? Так вот и выясните это. Через пенсионный фонд и ЗАГС проверил. Старушка меняла фамилию. Прежняя фамилия Саулова, наша Тамара Ивановна, биофизик, кандидат наук. Во как! Неожиданно! Но уже давно ушла из науки. Сменила фамилию, потом работала на почте. А почему? Вместо нее научную премию дали другому. Как оказалось, за громко прозвучавшее, но... ложное открытие. Грустно как-то, но спасибо. Да уж. Это прикинь, Коль, чтобы организовать убийство Салуянова чужими руками, нужно быть в курсе мельчайших подробностей его жизни. Вот как Тамаре Ивановне это удавалось, а? А я вот, кажется, знаю. Голубь перешел в вентиляции как будто рядом, потому что вентиляцию Салуянов порушил своим ремонтом. А ну вот, тогда все понятно. Ну что, обвела тебя бабка вокруг пальца, а? Оказалась не только умная, а не по годам. Еще слух хороший, да? Да уж. Ой, сонный крот, ну, блин, ищи все. Убраться бы здесь.
ты, блин! Дышать можно только в спальне, по-моему. А то цемента наглотаешься. Я так и понял. Значит, здесь он и вел все телефонные переговоры и прочее. Ты, короче, жди сигнала, я пошел. Кто там? Полиция, капитан Котов. Я был у вас уже. Пардон. И чего тебе опять надо? Куда пошел? Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. День уныния смирись. День веселья, верь, настанет. Сердце в будущем живет. Настоящее уныло. Хорошо читает. Ладно, достаточно, достаточно, не стоит. Все, сейчас я к вам на поклон выйду лично. Давай, пока. Вы прослушивали все, что происходило в квартире Салуяновой, и спланировали его убийство? Убийство? Я ничего не знаю. Если вы ничего не знаете, вы же не откажетесь сдать анализ ДНК? А это, небось, больно? Вот сейчас переигрывайте. Вот переигрывайте. Давайте, рот открывайте. Костя, в чемоданчике медсестры есть и следы крови, и светлые волокна. Вероятно, от нитиных перчаток. Очень специфический состав. Да-да-да. Перчаточки положите сюда. Да. Извини. Стой! Вы куда? Не суйся. Мне надо. Вот будешь старым, тоже будешь часто бегать по-маленькому. Тамара Ивановна! Открыто. Хорошо, ну? Где? Где наша Примадонна, а? Заперлась в туалете. Не выходит. Что-то очень долго не выходит. Тамара Ивановна. Тамара Ивановна. Тамара Ивановна. Что-то есть там. Тамара Ивановна. Дожила. В вену не могу попасть без очков. Не все будет, мило, что пройдет, не все. Вот у меня точно нет будущего. Пойдемте. Ну что, я крута. Все экспертизы сделала. И что, есть доказательства вины старушки? Неопровержимые. Давайте уже закончим поскорее. Все зависит от вас. Я убила Салуянова, потому что мне надоело жить под звуки перфоратора. У меня на нервной почве обострилась экзема. Больше терпеть было невозможно. Вы пробовали с ним поговорить? Да. Простите, но когда все это кончится, вы... Меня уже достало вам всем объяснять. Мне нужно думать и рождать идеи. Но... А лучше всего я думаю, когда я делаю ремонт. Я как бог Шива должен разрушать и строить, строить и разрушать. Впрочем, вам не понять, как устроен мозг ученого. Так да уж мне. И я решила действовать. Смешно, но он сам своим ремонтом дал мне шанс. Из порушенной им вентиляции было слышно все.
и про кровь, и про медсестру. План был точен, как план научного эксперимента. Я купила комплект для переливания крови, пакет, сделала маркировку, как на донорском. Оставалось купить кровь третьей группы. Но что-то пошло не так? Пенсия. Она будет через неделю. Кровь оказалась неожиданно дорогой. А медсестра должна была прийти к Салуянову вчера. И вы решили использовать свою кровь третьей группы. И подменили пакет в машине Людмилы. Ну да. Ой! Ой, девушка! Ой, девушка, не могли бы вы мне немножко помочь? Ой! Ой, я очень извиняюсь, дайте мне трость. Ой, пожалуйста. Ой, спасибо вам огромное. Ой, мне правда очень неловко. Ой, я вот к трости еще не привыкла. Извините еще раз, спасибо огромное. Я пойду на автобус, поеду к себе на металлистов. Ой. Ну за что? Я вас подвезу. Ой, в машине. Да. Спасибо. Как раз по пути. Ой. Осторожнее, осторожнее, медленно. Ой. Вот сюда. Девушка, можно я побуду нахалкой и присяду на заднее сиденье, то меня на переднем укачивает. Конечно. Ой, спасибо вам. Так осторожнее. Спасибо вам большое. Спасибо, девушка. Ой. Ой. Вы же ведь все слышали. Значит, должны были знать, что Салуянов собирается в Израиль. Почему вас это не остановило? Да он бы очень скоро оттуда вернулся. Откуда вы знаете? Этого вы слышать не могли. Да перестаньте. Он же идиот. Шарлатан, болтун, пустое место. Да его бы после двух лекций из университета вышибли. Там поступили бы по-другому. Не так, как со мной когда-то. Надеюсь, справедливость все же есть. Вы ведь мудрый, поживший человек. Как вы можете считать убийство справедливостью? Ай, молодой, какой шутник опять тебя перевернул? Карамелька! Твои часики? Ой, опять упали. Там замок просто слабый, можно? Подожди, подожди, они точно твои? Будет нехорошо, если я тебе отдам чужую вещь, согласна? Как нам сейчас с тобой это проверить? Удача, тут есть надпись. Доченьки, на долгую память, это мамин подарок. Да, я знаю, очень грустная история. Она тут всю жизнь работала, да? Мои соболезнования. Подожди. А тебе не скучно здесь среди стариков, а? Давай сыграем в игру. Какую игру? Горячо-холодно, ее все знают. В какой руке? Холодно? Очень холодно. Карамелька. А где они могут быть, а? Мне кажется, они в карманах моих брюк. Мне точно там что-то мешает, карамелька. Давай, карамелька, теплее, теплее. Вот, вот, да, молодец. Давай, 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 давай. И... Часы верни. Девушка не хочет с тобой общаться. Мы еще встретимся с тобой, карамелька, без этой старой обезьяны. Что? Не нужно было с ним так. Он же сын спонсора.
Теперь нас могут выгнать отсюда. А спонсор? Такой же разнузданный тип, как он? Нет, он совсем другой. Вот такой мужик. Наши родители воспитывали, кормили нас, баловали. И теперь настала наша очередь отдавать долги. Как сказал один философ, я не хотел бы сотворить этот мир, ибо страдания этого мира разбили бы мне сердце. Надо помнить, что каждый может стать в старости больным, немощным, забытым. И если не голо сердце, то пусть наш разум выберет путь милосердия, ибо не оскудеет рука дающего. Отчеты об использовании пожертвований можно найти на сайте фонда «Большая черепаха». Большое вам человеческое спасибо, Алексей Васильевич, за ваше доброе, отзывчивое сердце. И позвольте вам подарить эту большую черепаху, которую мы сделали своими руками. Спасибо! 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 До свидания, спасибо! Ух, какие хорошенькие стоят такие! Всем спасибо! Галина Николаевна, осмотр только начали. Площадь долго проверяли на взрывчатку. Все чисто. Сработала одна бомба внутри игрушки. Самоделка? Да, и мощностью вроде невеликой. Двое погибших. Бизнесмен Алексей Замесов и его телохранитель Григорий Прохоров. У вашего отца были враги? Вы как думаете? Вы на него посмотрите сейчас. У него были враги, а? Нет, это его так друзья поджарили. Конкретные имена и фамилии можете назвать? Слушайте, я очень мало знаю, правда. С ним редко общались. Он не считал меня тем, кому можно доверять. Игрушку ему кто подарил? Тихачева. Хорошо. Ее в интернете шили, я сам видел. Что здесь у нас? Итак, Замесов Алексей Васильевич, 50 лет, владелец фармацевтического предприятия Large Farm, который находится в Затонске. А фонд «Большая черепаха» как с ним связан? Он его учредитель. Фонд занимается престарелыми и малоимущими. Я смотрел статистику. Уникальный случай. В городе почти нет бомжей и граждан за чертой бедности. Особая заслуга Замесова – это дом для престарелых. Туда мечтают попасть даже те, кто живет в не очень плохих условиях. Чистые, уютные комнаты со всей бытовой техникой, пятиразовое питание, экскурсии. В кадровом составе лучшие врачи области. Дай бог каждому. Прямо нимб над головы.
А скелетики в шкафу имеются? Похоже, самый главный скелет – это единственный наследник. Сын, Глеб Замесов. Сменил уже третий институт. Отовсюду выгоняют. В одном чуть не изнасиловал однокурсницу, во втором случае ударил профессора, ну и в третьем раздавал студентам сигареты со спайсами. Привет, папа. Слушай, денег подбрось, а? А где те, что я вчера дал? Да отмечали мое возвращение. Пошли в лучший друг, какой можно тут только отыскать. Кстати, надолго я вернулся? Куда ты меня еще сошлешь? Денег просто так я больше давать не стану. Поработаешь в интернате. За хорошую зарплату. Пап, пап, ты чего? Ты хочешь, чтобы я возился с этими вонючими стариками? Да там смертью пахнет. Это только до лета. Но пока ты в городе, все люди должны видеть тебя только с лучшей стороны. Ясно. И что мне там делать? Ну, я думаю, ты найдешь все развлечения в любом месте. Ну, палку не перегибай. Я там все-таки спонсор. Не Господь Бог. Ожоги 70% тела. Ссадины от осколков оболочки взрывного устройства, но они не причинили видимого вреда жертве. Ты слышишь? Да-да. Взрыв был небольшой, а вот люди сгорели, как спички. Посмотри, пламя не могут сбить ни куртками, ни огнетушителями. Почему? Мощность всего 20 граммов тротиловом эквиваленте. Электродетонатор активировался от звонка на сотовый телефон. Значит, преступник находился в пределах видимости. На площади. Я хочу обратиться ко всем, кто сегодня утром был на площади. Если вы вели видеосъемку или фотографировали, отправьте все материалы в Федеральную экспертную службу. Электронный адрес вы видите внизу экрана. На площади города Затонска взрывается самодельное взрывное устройство. Погибает бизнесмен Алексей Замесов и его телохранитель. На площади проходила благотворительная акция. Фонд Замесова собирал деньги в пользу интерната для престарелых. Бомба была спрятана в большую плюшевую черепаху, которую вручила Замесову главврач интерната. Позвольте, я сама врач. Всех черепашек шили в нашем интернате. Пиар-служба Алексея Васильевича предложила эту акцию. Как бомба оказалась в игрушке? Я не знаю. Я не могу знать. Но наш интернат точно ни при чем. Мы буквально молились на Алексея Васильевича. Ну, смотрите, бюджет весь он. Ремонт здания он. Экскурсии он. Концерты он. И что нужно сделать, чтобы попасть в этот рай? Отдать свою квартиру? У кого есть квартиры, особенно приватизированные, нужны своим родственникам. А наш фонд находил самых забытых, из грязных бараков, из коммуналок. Даже с улиц к нам привозили. Ну, вот, собственно, у нас здесь едят. Добрый день. Приятного всем аппетита. Ну, вы продолжайте, продолжайте. Не надо обращать на меня внимания. Приятного аппетита. Вот, пожалуйста, у нас три супа на выбор. Угу. Рыба, мясо, птица. Вообще, все-все на выбор. Компот. Вот. А фрукты? Фруктов мало. Зимой фрукты, это же роскошь. Но... Витамины – это необходимость, это здоровье, это профилактика многих заболеваний. Не надо экономить на качестве жизни, вы меня понимаете? Понимаю, прекрасно понимаю, Алексей Васильевич. Друзья, давайте скажем Алексею Васильевичу спасибо за хлеб наш насущный. А что с рукой, мой родной? Он глуховат. У него рука после перелома еще не срослась. Значит, отправляйте в Москву за мой счет в лучший госпиталь. Что? Ой. Скоро будешь двумя ложками стучать по столу. Мы тебе еще барабан дадим, да? Изготовлен муляж взрывного устройства.
которая состояла из заряда и исполнительного механизма. Исполнительный механизм сделан из сотового телефона и самодельного электродетонатора. Преступник со своего телефона послал сигнал вызова и дистанционно инициировал взрыв. Жаль, симка не подлежит восстановлению. Зато мы теперь точно знаем, что вызвало пожар такой силы. Яблоко, как ты и просила. Отлично. А это что такое? Это ацетон, соединенный с загустителем, синтетическим каучуком. Если такая зажигательная смесь попадает на одежду и на человеческую кожу, то пожар практически невозможно потушить. Так, мне нужна одна половинка. Теперь понятно, почему огонь не могли сбить. За что? На пятиразовое питание? За сауну с бассейном? А может, за массажные кресла в холле? Игрушку, начиненную бомбой, привезли из интерната. Значит, заложили ее там. Это абсолютно невозможно. Эту черепаху дошивали при мне. В нашем кружке кройки и шитья. Вот и все. Черепаху Лихачева лично привезла на площадь и положила за сцену. А сколько времени игрушка провела без присмотра? Около часа. В принципе, вполне можно было подменить одну черепаху на другую. И все-таки, Галина Николаевна, я думаю, что как бы ни превозносили спонсора в этом стариковском доме, бомбу начинить взрывчаткой могли именно там. Большую черепаху шила Динара Краснова. Позвони Данилову, он еще в Затонске. Пусть эту Динару Краснову везет к нам. Она практически с рождения живет в этом доме престарелых. У нее мать там работала. Недавно умерла. А кто отец, неизвестно. Мужики, чего митингуем-то? О, давай двадцатку готов. Ох, ничего себе, а ну-ка. Так, 10, 20. Ё-моё, это же фуфырик. Настойка боярышника, лекарственный препарат. Гимназист, ты чего здесь делаешь? А чё? А ну бегом к мамке. Ну, давай уроки делай. Сейчас, мужики, терпение, еще одну для аптечки возьму и все. Слышь, здесь 7 для аптечки. Да, на Бессонова, до Мясова по минуть, да, мужик? Отдельно? Мы, мужик. Ничего себе, смотрите, за 20 рублей еще 2, а? Слышь, это мои очередь, я должен брать. Моя это. Не-не-не-не, ты за мной был. Тихо. Мужики, тихо. Кто еще помогал делать игрушку? Никто, я одна. Вчера утром дошивала, и игрушка была нормально. Там ничего такого не было. Даже маленькой алюминиевой баночки с телефончиком? Нет, я сама наполнила ее синтепоном и сразу отдала Лихачевой. Вы что-то скрываете от меня, Динара? Нет. Вы оставляли черепаху без присмотра? Нет. Может быть, вы в туалет выходили, пока еще не зашили? Нет. Ну как? Что-то она явно не договаривает. Ну ничего, сейчас дожмем. Там какой-то парень вас спрашивает. Говорит, что хорошо ее знает. Добрый день. Я полковник Рогозина. Вы по какому поводу? Я Алишер Аскаров. Али, мы с Динарой работаем в интернате. Динара очень сильно больна. У нее гипогликемия. Вы знаете, что это? Пониженный уровень глюкозы. В любой момент она может впасть в кому. Динара потеряла чувствительность к симптомам. Так бывает, когда долго болеют. И она может пропустить этот момент. У нее мать от этого же умерла. Также пропустила прием лекарств и все. А почему она сразу не сказала? Что это у вас? Ее аппараты, таблетки. Динара! Что случилось? Это приступ, Юля. Можешь идти. Низкий уровень сахара. Срочно нужна глюкоза. Если не успеем, может наступить кома. А как ты здесь оказался, Алишер? Меня машина сбила на дороге, и я память потерял. Поместили сюда на время. А я попривык. И работа нашлась.
А доживу я очень далеко. Да и никому я там не нужен. А тут, тут совсем другое дело. Тут я им как сын. Меня зовут Генрих, я очень старый. Пожалуйста, не переворачивайте меня на спину, мне страшно. Это шутка? Нет, это я написал. Генрих еще очень молодой. Вообще они до 50 живут. А в домашних условиях гораздо меньше. Максимум до 20, это если питаются хорошо и стресса нет. А Глеб, сын спонсора, он был в этой комнате? Этот чокнутый псих? Я таких, как он, ненавижу. Я бы ему землю вырыл и сверху попрыгал. Ух ты! Какая красота! У меня папа просто расплачется от умиления. Он у меня такой чувствительный. Ох, эта черепашка ему сердце разобьет. Карамелька. А я смотрю, ты у меня мастерица на все руки, да? Что такое? Ты стесняешься? Да, да, я понимаю. Тут так много глаз, да? А ну-ка сидеть! Слушайте, простите. Простите, что я перешел на крик, но... Это все она виновата. Она со мной не разговаривает, игнорирует меня. А когда так происходит, я нервничаю. А вы работаете, работаете. И вы работаете. Вот я же говорил, что не тот синтепон, что был во взорванной черепахе. А, что я здесь ни при чем. Бомбу подложил тот, кто был на площади. Берегите себя. У вас очень опасное заболевание. Да, и из города пока никуда не уезжайте. Мне некуда ехать. До свидания, Динар. Вот, бодрое утро, крепкий сон, настойка боярышника. Данилов, а что происходит? О, Галина Николаевна, по всему городу Затонскому стоят алкоматы. Что это? Круглосуточная продажа вот этих напитков счастья. И знаете, кто за этим стоит? Благодетель и спонсор всея города Затонска. А, вот это, понимаете, аппараты настроены так, что иногда вместо одного пузырька они выдают два. Ну, а люди у нас азартные. Что ж, получается, что Замесов одной рукой помогает нищим, а другой спаивает население? Зачем? Ну, как зачем? Зарабатывать деньги, это же золотое дно. Знаете, какая себестоимость одного такого фуфырика? Тихо-тихо-тихо-тихо, это бяка, это бяка. Так, кстати, в ходе этого дела я раскопал очень нехорошую историю. Да? Угу. Прислали сотни фотографий и видеофайлов с площади. Чуть сервер не рухнул. Шутка. А кто снимал видео? Телефон еще у них? Эх, незадача. Он уже у нас. Ай, молодец, Игорек. А это точно телефон подрывника? Точно. И мы знаем имя убийцы. Сотрудники ФЭС расследуют убийство бизнесмена Замесова. Преступник поместил бомбу в плюшевую черепаху, которую подарили жертве. Черепаху сшили в интернате для престарелых под подозрением главврач Лихачева и сотрудница интерната Краснова. Однако у женщин нет видимого мотива для убийства. ФЭС удается найти телефон, с которого привели в действие взрыватель. На телефоне находят потожировые следы. Мотив у вас имеется. Конфликты с отцом были. Необходимые знания для изготовления примитивной бомбы имеются. Он учился на фармацевта. И каким бы раздолбаем ни был, с азами химии он хорошо знаком. Это все? Отлично поработали. И вы как, с этим в суд собираетесь? Будет прикольно.
Звонком с этого телефона привели в действие механизм бомбы. А на телефоне ваши потожировые следы. Вот это уже серьезно. Слушайте, мне кажется, я знаю, откуда они там. От сейфа отойди. Ты что тут делаешь? Код не подскажете, а то я забыл. Ну, ты совсем обнаглела. Слушайте, я никак не могу понять. Вот вы вроде не в папином вкусе. Чем вы тут занимаетесь, а? На час запираетесь. Неужели вы... Ух ты! Глеб, я тебя по-хорошему прошу, ходи отсюда. Не, дело не в этом. Мой отец скорострелка, выстреливает быстрее ружья. В чем все-таки дело, да? Так все, мне это надоело, я звоню твоему отцу. Ладно, ладно, я ухожу. Объясните такое количество сотовых телефонов в одном месте. Ну, у нас на территории пользование сотовыми телефонами запрещено. Постояльцы могут звонить куда угодно и когда угодно, но только из переговорной комнаты. Странные правила. Лагерные какие-то. Ну, просто у нас люди пожилые, знаете, капризные. Ну, им сложно уживаться друг с другом в одной комнате. А раньше звонки в неурочное время были причиной частых раздоров. Все логично. А Глеб что здесь делал? Может, деньги искал, откуда я знаю? Никто не знает, что у него в голове. Я его терплю только из-за его папаши. Знаете, это та ситуация, когда яблочко от яблоньки упало и укатилось очень далеко. Апорт. Шанс ко мне. Ну, молодец, сидеть. Дай. Ну, умничка, умничка, шанс. Умничка, умничка. Извините, что прерываю вас. Я хотел бы извиниться за тот случай. Давай, Карамелька, теплее, теплее. Вот, вот, да, молодец. Давай, 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 давай. И... Часы верни. Девушка не хочет с тобой общаться. Мне очень стыдно. Понимаете, меня никто не учил ухаживать красиво. Вы же видели моего отца. Он привык женщин покупать. Я считаю, что это унизительно. Мне кажется, надо девушек завоевывать поступками, а не деньгами. Что тебе нужно? Ничего, кроме вашего понимания. Вы меня прощаете? Да мне вообще нет никакого дела до тебя, парень. Я просто не люблю насилие, а ты злоупотребляешь властью. Но я-то тебя не боюсь. Я не так дорожу этим заведением, райским уголком, как другие. У меня сын за границей. Если что, то рвут отсюда. Я знаю, где приткнуться. Я больше не собираюсь здесь никого обижать. Можно я кину вашей собачке мячик? Аборт! Сейчас. Что за дела были у Лихачева и замесовым старшим? Не знаю. Но если Глеб и догадывается об этих делах, молчит. Видимо, не в его интересах говорить. Все следы ведут в интернат. Слушай, а если мы ошибались с самого начала? Мы считали, что черепаху подменили за сценой. А если нет? На этот вопрос я уже ответила. Это абсолютно невозможно. В интернате все обожали Алексея Васильевича. Вы могли что-то упустить или забыть? Вспомните тот день. Не знаю. Я из этих стекол никак не могла выехать за ворота.
капитан Данилов, СФС. Я вам посылал запрос насчет трупов братьев Мишаковых. Жду-жду, узнайте. Думаю, все это не случайность. Преступнику хватило пары минут, чтобы заменить безобидную черепаху на черепаху с бомбой. Да-да, я тут. Как кремировали уже? Кто разрешение дал? Ясно, хорошо. В смысле, плохо. Ждите проверку из Москвы. Я думаю, искать преступника надо среди тех, кто был в тот момент в доме престарелых. Не надо ничего искать, я уже все нашел. Нашу убийцу зовут Карпова Инна Филипповна. Мальчики, я вернулась! Я продала 4 банки капусты. Будет на что теперь купить вам маечки для физкультуры. Пусть только попробуют не пустить вас на урок. Мальчики! 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 Петя! Вставай! Вадик! Вадик! Очнись! Да что же это такое? Инна Филипповна, потерять внуков и жаждать мщения – это обычная человеческая реакция на горе и несправедливость. Первая версия была, что мальчики отравились спиртовыми настойками, которые купили в аппарате. Так? Они баловались. Они просто не понимали, что делают. А эти аппараты, они как грибы после дождя. Они повсюду. Затем следователь заявил, что смерть наступила от отравления угарным газом. В доме задымился телевизор. Если бы он задымился, они бы убежали. А они не могли. Они убирали. Дочь ушла. Потом внуки. Никому такого горя не пожелаю. Карпова сначала писала в полицию и прокуратуру, обвиняя Замесова и требуя открыть уголовное дело. Да, когда ее отфутболили, она оказалась в доме престарелых, который он опекал. Галина Николаевна, выводы напрашиваются сами собой. Ох уж мне эти народные мстители. Юлечка, они появляются, когда правоохранительные органы не работают как надо. Давай-ка за работу. Не время чьи гонять. Согласна, Галина Николаевна. Власти делают вид, что ничего не происходит. Формально-то закон, он не запрещает продавать лекарственные настойки. Прокуратура города провела проверку по факту и заявила, что нарушений закона нет. А про мальчиков они сказали, что дети отравились угарным газом. Ну, а уголовное дело завели на меня. Я ведь была их опекуном. А еще у вас сгорел дом. Не сгорел, его сожгли. Кто-то кинул через окно бутылку с зажигательной смесью. После этого доказать уже стало вообще ничего невозможно. Я оказалась в социальном центре. Я хотела бороться. Я не сразу сдалась. Опять отказ? Свободных мест нет? У меня для вас хорошие новости. Освободили бельевую и переделали ее в жилую комнату. Специально для вас. Знаете, что такое безнадежность, отчаяние, тоска, когда впереди ничего, кроме нищей старости. Нет близких. Пустота. Тебе никто не нужен, и ты никому не нужен. Вас купили. Купили ваше молчание. Да. Я продала память внукам за крышу над головой, за миску вкусного супа. Я бы туда не переехал, если бы мой дом не сожгли. Ах. Теперь уже недолго осталось.
Недолго что? Жить недолго. В этом интернате люди мрут, как мухи. За последнее время 3 внезапные смерти. И все от комы. 3 комы? Юль, поезжай-ка в этот дом престарелых и привези сейф из кабинета главврача. Есть. А к взрыву я отношения не имею. Если вы найдете этого человека, передайте ему спасибо. Что это? Пока непонятно. Нужно делать химический анализ. Галина Николаевна, Шустов, в сейфе следы утилизатора глюкозы последнего поколения. Он способен понизить уровень сахара в крови, а это как раз и вызывает кому и быструю смерть. Это не лекарство. По крайней мере, его еще нет в официальном перечне. Оно только разрабатывается. Поняла, Игорь, на связи. Товарищ генерал, надо подключать Минздрав. Контрольные заборы крови необходимо брать немедленно. Главврач дала показания. В схеме участвовали почти все. От врачей до медсестер и сиделок. Речь идет о масштабных опытах на людях. Точно сказать, когда это началось, трудно, но Замесов спонсирует интернат почти 5 лет. Это недоразумение. Это какое-то недоразумение. Послушайте, я работаю здесь совсем недавно, всего лишь месяц. Я никакого отношения ни к чему не имею. Как вы можете прокомментировать данную ситуацию? Какое отношение ко всему имеет Замесов? Скажите, пожалуйста. Что будет с домом престарелых? Что происходит? Скажите, пожалуйста, куда документы везете? А куда престарелки? Скажите, пожалуйста. Вы закрываете? В преступную группировку входило как минимум 12 сотрудников Затонского управления социальной защиты населения. Всем им будет предъявлено обвинение. На данный момент зафиксированы 7 смертельных случаев приема препаратов, снижающих сахар в крови. Все они были синтезированы в лаборатории бизнесмена Замесова. Но если с делом врачей все ясно, то кто стоит за убийством бизнесмена и телохранителя, следствие только предстоит выяснить. Галина Николаевна, на задней стенке сейфа я нашла следы скотча. Похоже, что в кабинете главврача стояла прослушка. А рядом со следами скотча вот ржавые. Чьи? Алишера Аскарова. Скотч на сейфе тот же самый, что использовали при сборке бомбы. Металлизированный. И потожировые на сейфе твои. Это Семёныч попросил меня поставить диктофон. У него горе случилось. Семёныч, это кто? Очень хороший, добрый человек, кинолог. Недавно отравили его пса, и он заподозрил в этом Лихачёву. Какой изверг это сделал? Бедный шанс. Талантливый пес был. Я год дрессировал его. Тренировал для тебя. Для меня? Не хотел тебя обнадеживать, но у меня получилось. Что получилось? Оказывается, у глюкозы есть особый запах. И собаки могут вынюхивать низкий уровень глюкозы в крови. То есть, если бы шанс был с тобой рядом, он всегда предупредил бы, когда принимать лекарства. Валерий Семенович Панкратов? Да. Вы задержаны по подозрению в убийстве Алексея Замесова и Григория Прохорова общественно опасным способом. Аскаров уже дает показания. Мальчик не виноват. Я все сделал сам. Али рассказал про собаку. Она была натренирована для определения низкого уровня глюкозы в крови. А врачи проводили опасные эксперименты над препаратом, снижающим ее содержание. Вот, только залегли за пригорок. Тут шанс. Собак, собак, что ты хочешь-то, собак? А что это с шансом, Семенович? Собака, что тебе надо от меня, собака? Что тебе надо? Не знаю, но я посоветовал бы этой даме проверить сахар в крови. На следующий день шансы отравили. И вы установили диктофон в кабинет главврача и узнали всю правду? Я узнал, что мы овцы, которых откармливают для бойни. Поймаю сыны и пообдираю по самой... Спасибо! Woo!
А телохранителя не жалко вам было? Так это он поставлял эту отраву сюда. Я и Глеба хотел подставить. Натер телефон, а подголовник — сиденье его машины. Но, видно, не судьба. Валерий Семенович! Нам все рассказали. Как же вы так? Что же теперь с вами будет? Все нормально со мной будет, девочка. Не плачь. Жалко только, не будет теперь у тебя собаки. Я ведь мечтал натренировать другого пса только для тебя. Теперь тебе придется рассчитывать на себя. И береги себя, девочка. Могу я отдать ему тебе журнал? Иностранные? Это по кинологии. Сын из-за границы присылает. Я вообще не кинолог, так, любитель. Я был инженером на заводе, пока не развалили. Али, оставь себе. Ну, поедем. Генриха потеряли. Не беспокойтесь, не беспокойтесь, здесь Генрих. Ой, Генрих. Только заботьтесь о нем, пожалуйста. Хорошо. И кормить не забывайте. Спасибо большое, Генрих. А вот тебе сюрприз. Какие хорошенькие. Может, кто-то из них тебе спасет жизнь.